Когда человек что-то хочет, ему нужно чем-то пожертвовать. В алхимии это называется законом равноценного обмена. Когда-то мы верили, что это истина, правящая мир. Самое главное, ты жив и можешь сделать так, чтобы этот кошмар не повторился. Какая старуха, Каги? Я с
создам счастливое будущее для всех. Вот это правильно, дружище, вот это настрой. И женись давай, ты посмотри, какие у нее лапочки. Ребят, у всего есть свои причины. Да неужели? Не меня бабы, но не прокоса, а жду калки. Равноценного обмена нет. Справедливости нет. Огонь. Мы не признаем авторитетов и одеты во все черное. Кто вы, по-твоему? Сатанисты. Анархисты-нигилисты. Гей-поп-танцоры. Нас не исключили. Прекращайте поесть. Мы гомункулы-капиталисты. Капитализм. Я скажу вам, покруга, и пацаны для тайна круга. Эти другие не для крупные, я на подъеме грибу вас по поле. Эй, сколько везет? Я не качаюсь, я так прекрасен. Лучше всех, ведущий. Походим системы, эти стандарты. А я джиггерфлюид, ни девчонка, ни пацан, а еще и пилин, и пиновый таймин. Я к тебе во всем лучше, талантливее, успешнее, из-за маминых подруг не пост только. На вас я смотрю, эти распри мне смешны, я тиран и деспот голосом. Почему опять меня? Тирани и деспотин на фестивале не потерпим. Смотрите у меня! И ключи шифрования в тренерке, чтоб вернули. Так о чем мы? А, справедливость. Сейчас справедливость у каждого своя. И если твоя справедливость не совпадает со справедливостью соседа, то нужно громко жаловаться. Эй, приятель, почему тебя держат под мышкой? У тебя же есть чувства. Ого, да ты у нас качок. Зачем ограничивать себя? Убиваться в зале? Ты так страдаешь из-за каких-то глупых стереотипов. На тебе больно смотреть. Но нам так тебя жаль. Эй, приятель, а тебя не оскорбляет, что твоя подружка выше тебя? Это притеснение. Сестры, вы живете под гнетом патриархата. Почему ты его секретарь, а не наоборот? Хватит это терпеть. Уинри, ты специально выросла выше меня? Риза, нас притесняют? Так поэтому в цельнометаллическом алхимике так мало женских персонажей. Товарищ полковник, вы меня притесняете? Что? Значит, ты, а не я, наследник семьи Армстронг, просто потому, что я женщина! Я сильнее всех вас, я выше всех вас по званию, я не потерплю притеснений! Майор, да вы сами кого угодно можете притеснить! Стрелочка не поворачивается! Я требую признания своих заслуг, как женщины! Я требую, чтобы вы называли меня майорка! Товарищ полковник, я требую увеличения зарплаты! Ты меня ненавидишь? Долой патриархат! Долой дискриминацию! Даешь женский бунт! Это, конечно, хорошо, но почему мы все кричим? А вдруг нас не слышно? Чё? Зачем вы все кричите друг на друга? Почему вы меня так плохо притесняете? Успокойтесь! Мы должны быть вместе! Хьюз! Хьюз, помоги мне! Кричат, значит, все идет по плану. Высшая справедливость. Ха! Это все сказочки для слабаков. Есть только сила и философский камень воплощения этой силы. Он может все, даже воскрешать. Но он постоянно требует новых жертв, которые ему принесет война. И следующая, и еще одна. То есть справедливости не существует? И так будет всегда? Разговоры про справедливость – лишь повод для новой войны. Философский камень всегда возьмет свое. Нет, я хотел стать Хоккаге, чтобы это остановить. Фьюз, Фьюз, я должен поговорить с Фьюзом. Алло! Хьюз! Хьюз! Товарищ полковник, с кем вы разговариваете? С Хьюзом! С подполковником Майсом Хьюзом! Ха! Ты с
кем не можешь говорить по этому телефону. Он даже не подключен. Рой, Хьюз погиб 3 месяца назад. Ты забыл? Нет. Он обещал, что перезвонит. Хьюз погиб при исполнении. Мы все были на его похоронах. Очнись. Нет, нет. Может, воскрешать людей ценой других жизней? Мне плевать на все остальные жизни! Рой! Хьюз, получается, он прав. Никакой справедливости нет. Хорошие люди умирают, и я ничего не могу изменить. Прости меня, Хьюз. Ты прав. Высшей справедливости нет, даже равновесия нет. Но неправильно выбирать мертвых, когда остались живые, Рой. Присмотри за моей семьей, пожалуйста. Вы были ему прекрасным другом, Рой. Вы ни в чем не виноваты. Да. Лиза, я очень тебя ценю. И с завтрашнего дня подниму тебе зарплату. Спасибо, товарищ полковник. И никаких коротких юбок? Нет. Пока нет. Сценка почти закончилась, а у нас с тобой не было ни одного романтического момента. Это несправедливо. Сейчас все будет. Проблема с экраном будет устранена, больше такого не повторится, и я...